С новогодними елками в этом году, похоже, может быть проблема. Например, к тем, что установили на бару, местные жители даже не знают, как относиться. То ли смеяться, то ли плакать. Мы уже рассказывали о том, что из-за ледяного дождя пострадало огромное количество деревьев. Береза просто согнула пополам, и, по мнению специалистов, выживут далеко не все. Не лучше ситуация с хвойными. Вот какие праздничные ели поставили на бару. Сказать, что мы удивлены, это вообще мало сказать. Когда я увидела за 36 лет, что мы здесь живем, такой страшный, я еще ее не видела ни разу. Не хватает вроде как бы вообще всего. Ни веток, ни основания. Она не пушистая, это палка стоит. У нас соседи видели, когда привезли елку. И она спрашивает, вы зачем нам ее везете? Увозите ее отсюда, потому что это просто ужас. И работники сказали, подождите, она сейчас отстоится и распушится. Мы ждем, может быть, она все-таки распушится. Как будто волоком ее привезли. Не то, что ли там на тракторе грузили краном, а волоком привезли. Обрублены все. Окончание у нее. Обрублено все, что может быть. Новогоднее настроение-то есть, но вот эти вот вещи портят нам. Если эту елку нарядить, то игрушки здесь только, наверное, надо будет прибивать на гвозди. Либо на степлер. Нам стыдно за наш район, за то, что какие нам устанавливают елки. И это по всему району, мы не одни единственные. Миленько, где она росла? Ей, наверное, плохо ей было в лесу. Ветки вот... Они длинные, но как-то редкие. Только макушка хорошая. Вот видите, макушка хорошая. Вот, там веточки такие небольшие, красиво. А все остальное пошло на нет. Ну что это? Посмотрите, это безобразие. Просто безобразие. На что смотреть-то? Даже ее и наряжать, мне кажется, не стоит. Я любитель леса. Обгрызки какие-то. Реальные обгрызки. Вы сами видите, прекрасно. Руководители местной администрации во всем винят прошедший ледяной дождь. Сами видите, какая погода. То есть вот это обледенение, и в том числе и деревьев, и всего прочего, оно тоже сказалось и на елках. Ледяные корки, они делают деревья хрупкими. И, естественно, при вырубке и при транспортировке само дерево страдает. Но получилась такая ситуация. Уже при установке, понятно, что видно, может, какие-то ветки обломились или что-то. Это уже видно, когда ее установили. Погода наладится до новогодних праздников. У нас время еще есть. Елки, естественно, которые уж совсем плохие, будут заменяться. Кстати, Борский район ледяной дождь затронул не слишком сильно. Самые разрушительные последствия ледяной дождь принес в Богородский и Кстовский районы. Так что какие там привезут новогодние ели из леса, представить сложно.